А перед началом ролика пишите свои ляпы в постет народного киноляпа. Приятного вам просмотра. Всем приветик. И все новые фанаты Луаны ходят на канал, чтобы посмотреть самые первые видео Луаны и узнать все Луаны, как она живет. И т.д. и п.п. Но Луана сделала экспериментальный ролик под названием «Мои самые тупые поступки». Да, это не новый сезон экспериментов. Короче, что я говорю? В этом экспериментальном видео, как в духе первых роликов. А самое главное... Тут альтернативная история Луаны, как будто Луана из параллельной вселенной. И это первое видео у фанатов от Луаны. Но все не замечали, что тут пасхалки. И я вам расскажу. Даже в превьюшке раньше там был тапок-пуп-ит. Кстати, я подумала, и я решила, что это какой-то юбилей. И вы видели тут косяк в откладке сообщества. Медведь — это не друг. Кстати, помните видео, где мы разбирали пасхалки? Видео украли одежду и оставили замерзать. То я сказала, что это анимация последняя. Было первое и последний раз. И ба-бам! Это последний раз. А еще у Луаны есть реснички. И самые главные — это звуки, как у Клэр. Если мы посмотрим на руки Луаны, то у нее есть деньги. Кстати, этот кадр был у поста от народного киноляпа. Как будто индийская песня. А яхты, машины. Место не приуключайте, там не промогайте. Не проморгайте. Какая мимишная Луана. Лица Луанчики взято из игрушки Луанчика из видео «Дети против родителей». Фраза Пазязя, взята из видео, устроила пожал в лагере. Кстати, я в этом видео заметил, что у бабушки Луаны нету пенсии. Пазязя. Какая я забавная Луана. Нам не рассказывают, что это такое. Кстати, название видео, а именно «Мои самые тупые поступки», напоминает название видео «Мои самые глупые поступки». Поменяли слова. О, там розовый фон. Фон из видео «Экстремальные прятки с младшей сестрой». Ну а дедушка напоминает батю из Бентард. Вместо голоса дедушки нам показывает фото дедушки. Новый герой. Луана мужик. Это напоминает видео. Этот позор увидели все в лагере. И... Вэл. А потом Луана говорит, что она не может повторить. У меня не получится повторить. Двор бабушки взят из видео «Мой стыд и заноска в неожиданном месте». Новый мем! Но после того, когда у дедушки на лбу появился фонарик, Луана сказала то, что он единорожка. Дедушка, ты единорожка! Новая героиня, это японская девушка, то есть китайская девушка. И, наверное, это место из одного серии мини-мультфильма «Монстр Хай». Луана оторвала бороду китайца. Это озвучка прямиком из видео, как я прятала парня. Ну и... Странная озвучка Луаны на этом моменте. Я тебя сейчас на шашлык порежу. Это очень странный перевод. Но это не все. А вот это еще. Маленькая говёшка.
Вместо того, что дедушка попал в дверь, он попал вон дом, рядом. Луана и спутником из предыдущего момента. И классный храп животик. Или нет? Я заметил, что это кажется последний моментик, где Луана зажила дедушку. И да, и там покажет еще включение крана для этой сцены. А вот это стало новым мемом. В этой сцене есть тайный шифр. Лайк поставь. А также, почему Луана уронила воду у дедушки. Луана говорит. Ну, дедушка не разозлился. Мы даже с ним потом весь день играли в догонялки. Но в итоге все наоборот. И опять, как видео, здесь 5 страшных пранков над младшей сестрой. На этот раз новая фраза, которая взята из ТикТока. Где она? Где она? Какая классная анимация, когда Луана с дедушкой бежат. Дед, тебе нельзя бегать. Да я ради тебя летать научусь. Да дед, извини. Ну а после этого Луана ходит в водички. Водички? Луана пишет то, где то, где придумает фильмы. Это киностудия. Кукла это пила, а клоун Пеннивайз. А еще я заметила ляп. Клоуны смешат. Он хотел сказать, тоже надоели, но в итоге смешат. Опять эта рожа. Ну вот, это стало новым мемом. А каким будет в окладкой сообществе чудеска? Где вода улица дедушки? Луана говорит, что история про безумного дедушка и как она съела тапки, происходили в одном и том же лете. Тем летом я ходила в тапочках. Луана сделала классные переходики. Лицо Мишки. Это лицо Луантика из превьюшки «Дети против родителей». А также рисунок из видео... Вернула маму в садик на один день. Челлендж. Луана глупая или умная? Слушаем. Умная. Она сказала, что она умная. Но почему ее вид, как будто она глупая? Лицо у папаши Луаны. Ну, то есть мальчика Луаны. Я говорю, что это будет папа Луана. Когда это будет? Этот момент напоминает один мем. Папа Луана. А еще я заметила, что полоски с логотипа Инсты. В телевизоре мы выйдем в губке Боба. Это двойная пасхалка, потому что в предыдущем стори таймы мы видели домики губки Боба, Сквидрода и Патрика. А в видео «Я беременна 24 часа челлендж» Луан хотела грасбургер. Кстати, Губка Боб и Патрик, кажется, сошли с ума. Луана попрыгнулась. Она не успела сказать «да». Что можно? Если приключиться, что рисунок очень оторван. Топочки очень варены. И посмотрите на лицо Луаны. Начала пробовать. Сцена напоминает парапу. Опа, медленные моменты прямиком из видео «Мои самые глупые поступки». Да, тупые поступки действия пасхалки из глупых поступок. Что сиплет Луана? А это очень идеальная сцена. У Луаны губки. Какой классный момент, где Луана съела тапочек. Кстати, это стало новым мемом. Горшок – это тазик. Как будто фиксики на арабском. Кстати, переведите эту серию на арабском. Кроме этого момента, где мама Луан говорит «кака».
Опять новый мем. Кричащая Луана. И затем он кричит: «Что с мамой Луаны?» И она говорит, что она экстренно поехала в больницу. Знаете, Алёнтик сказал, что это отсылка на «Моя первая операция» и старого ролика, который была такая же история. У Луаны маленький мозг. Как говорила Луана, те тапочки были китайскими. Нет, просто витаминов в организме хватало и запах китайской резины. И, наверное, эти тапочки мама с Луаны купила в рынке. Я же говорила, это видео по типу старых видео Луаны, то есть первых. Еще одно приключение только про диван. Диван напоминает диван из Симпсонов. Луана говорит про короля Артура. Мог только избранный, ну, как меч короля Артура. Что держит Луана? И это стало новым мемом. Во вкладке сообщества это есть. Луана с мускулами, только с одним. Папа Луана! Как папа Луана сломалась спину. Мама говорит про клуб анонимных тапкоедов. Я тебя в клуб анонимных тапкоедов записываю. Наверное, она хотела сказать клуб анонимных непослушаек. Кстати, это напоминает цирк диковинок из удивительного мира Гамбола. Спина за свое. Луана говорит, что она боится врачей. Упс. Это напоминает видео «Моя первая операция». Что Луана хрустнула? Во-первых, тут одинаковый мем, и он есть в подкладке сообщества. Во-вторых, берегите уши. Это напоминает одно шоу. Забыла, как оно называется. Бабушка из какого-то мультика. Бабушка говорит: у нас пополнение. Наверное, это клуб стареньких девушек. Бабушка говорит, что она новости громко смотрела. Луана потеряла память. Как говорит Луана, в начале ее было 3 годика, а в этом моменте ее 6 лет. Это несколько лет спустя. Оказывается, Луана сорвала спину. Врач взят из видео «Моя первая операция». А бабушки и дедушки очень классные. Кстати, нам не показывают бабушку Луаны в этом видео. О, бабушка Луана. Этот кадр мы видели. Кстати, это стало новым мемом, и этот мем будет в вкладке сообщества. Луана оставалась одна и ничего не делала. И, наверное, она описалась и умирала от голода. Я хочу узнать, что Луана учудила. Какая сильная Луана. Кстати, этот момент был под вкладкой сообщества, когда она искала 2D-аниматора. Или я же перепутала каналы. Луана, как нам показывают в этом кадре, снялась в сериале «Хостел». И это 5-я серия 1-го сезона. И все в комментариях спрашивают, где Луана. Кстати, в комментариях вы пишите, какой рендик сериала «Хостел». И там, и в каком моменте есть Луана. В общем, пишите в комментах. И всем пока, и завтра будет новое видео Луаны, но у меня болят ноги. И я буду смотреть новое видео от Дизи Мэйна. В общем, всем пока.